МАИБ всегда на шаг впереди. В сотрудничестве с Бухарестской фондовой биржей банк организовал форум «Листинг на международном рынке капитала». Участие в нем приняли представители бизнес-среды и международных финансовых институтов, профессионалы фондовых рынков, а также высокопоставленные представители Молдовы и Румынии, которые обсуждали возможности листинга на фондовых биржах для бизнеса и экономики стран. Не только Бухарестская фондовая биржа, но и все сообщество финансового рынка Румынии поддерживает сообщество финансового рынка Молдовы. Говорили на форуме о преимуществах и методах листинга, технических аспектах, необходимых переговорных процессах, спросе инвесторов и опыте разных компаний, зарегистрированных на международной фондовой бирже. Прежде всего, это в экономических интересах нашей страны, чтобы как можно больше компаний котировались на международных фондовых биржах. Это доступ к капиталу, это финансирование развития экономики и различных предприятий здесь, на месте. Обеспечивая непрерывный поток капитала между инвесторами и компаниями, ищущими капитал для развития, фондовый рынок остается опорой, которая поддерживает развитие экономики. У Молдовы есть уникальный шанс, благодаря которому люди и компании из Молдовы могут размещать свои акции на динамичном и постоянно растущем румынском рынке капитала – Бухарестской фондовой бирже. Мы особенно благодарны за поддержку, которую оказывает нам Бухарестская фондовая биржа, которая и помогла организовать это очень важное мероприятие. Листинг на фондовой бирже означает более дешевое финансирование, дополнительные рабочие места, новые возможности для бизнеса, а также поддержку предпринимателей. МАИБ – крупнейший банк в Республике Молдова, имеет системное значение и обслуживает почти треть населения страны.